может кто-то вспомнит по привычке рождение Господа Христа. На втором он месте, как обычно, а на первом грехи суета. На Христу сегодня место первое. Виновник торжества, день рождения своего, наверное, сам сидишь ты во главе стола. Для тебя на землю он спустился, все оставил славу небеса. В яслях бедных для тебя родился, чтобы был спасен ты навсегда. Вот запомни, Рождество Христово, не подарки, елки, огоньки. В этот день сошло на землю слово, слово Бога, чтоб тебя спасти.